Доброго ранку. Найкорисніше ранкове шоу продовжується в ефірі, і ми раді зустрічати гостя в студії. Маріна Фоменко, графолог, психолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Перше запитання: як починається ранок графолога? Чи от взагалі це специфічно? Можливо, якісь вправи там треба розписуватися, або там щось читати таке, щоб не втратити кваліфікацію. Знаете, мне тут сразу вспомнился анекдот, да, чукча не читатель, чукча писатель. Если я графолог, это не значит, что я должна постоянно писать. Потому что задача графолога, она как раз в том, чтобы диагностировать то, что пишут другие. Поэтому мое утро начинается как утро обычного человека. С ароматной чашки кофе и с прогулки, если позволяет моя занятость. Да? То есть я предпочитаю всегда час-полтора прогуляться на свежем воздухе утром. Все остальное, как у всех обычных людей. А такой вопрос, вот как вы решили стать графологом? Ведь достаточно такая специфическая, да, профессия. Может быть, это вообще так же как-то влияет на образ жизни, там, потому что, ну, это анализ чего-то почерка, это анализ людей. Вот, ну, вот все это вот в вас там, да, не накапливается? Нет, ну, взагалі, як людей навчають? Где учат на графолога? У вас сколько вопросов в одном вопросе. Как я к этому пришла? Знаете, на все есть, как говорится, воля Божья, да? Мне так кажется. Потому что все, что происходило в моей жизни, это не случайно, да, как оказалось. Любые встречи, любая какая-то информация, которая попадается, это как раз про то, что знаки судьбы мы имеем все. Другое дело, что одни эти знаки судьбы замечают, а другие эти знаки судьбы не замечают. Да? Так вот, я как раз из тех людей, которые стараюсь их замечать. И этому можно научиться. Ну, буквально уже, да? Да, да. Меня всегда интересовал человек, его глубина. И я все время пыталась найти какие-то инструменты, которые позволят мне еще глубже копнуть, еще глубже копнуть. И я понимала, что есть такие инструменты в мире, которые могут без желания на то человека или нежелания, да, дать нам какую-то информацию. Сюда относится язык жестов, сюда относится физиогномика, да, то есть по лицу, по чертам лица мы можем охарактеризовать человека. И сюда же относится почерк. Но почерк является более валидным из всего того, что я назвала. Валидным, то есть достоверным. Почему? Потому что на самом деле почерк – это движение мозга, а не движение рук. Марина, скажи, чи почерк – це справді, ну, як ідентифікація особистості? Можна прочитати, считати людину по почерку? Ну, це дійсно так? Це дійсно так. Почерк – это, как я уже сказала, диагностически проективная методика. То есть рука наша – это инструмент, который является проводником всего того, что происходит у вас в голове, да, состояние вашего мозга, нервной системы. И для того, чтобы понять, что это так, да, вспомните себя в той ситуации, когда вы нервничаете. Да? То есть у нас что получается? Нервное состояние, сразу наш инструмент начинает дрожать, и графолог точно увидит по почерку, что человек находился в состоянии стресса, да, или в неадекватном состоянии. Поэтому, да, действительно, по почерку мы можем составить детальный психологический портрет личности. К примеру, мы можем прям вот на черты характера, что называется, разложить человека, да? То есть рассказать, каков он в деле, в работе, каков он в отношениях, как он строит отношения, насколько у него развита интуиция или не развита, является ли он стратегом или он всего лишь тактик. Да, к примеру, интроверт он или экстраверт, да? Как он себя поведет в форс-мажорных ситуациях, в экстремальных ситуациях. То есть мы можем вот прям личность вот так вот. А много текста нужно для того, чтобы вот столько рассказать о человеке? Естественно, я как графолог работаю с разным материалом, да, потому что ко мне же обращаются не только люди, которые просто хотят о себе что-то узнать, но есть еще и криминальные сюжеты, скажем так, да, когда мне дают либо предсмертные записки, либо объяснительные записки человека, там, либо какие-то рапорты и так далее. И тогда я работаю с тем материалом, который есть. Но в идеале для того, чтобы вот составить этот полный портрет, о котором я говорила, желательно, чтобы текст был написан вот на листе А4, без клеточек и без линеечек, я имею в виду, чтобы не было вот этих направляющих, да, и чтобы текста было не менее половины листа. И еще очень важный момент, желательно писать шариковой ручкой, потому что именно шариковая ручка передает нажимы,
которое очень важно, потому что ни карандашом, ни пером нельзя передать эти нажимы. Да, поэтому вот шариковая ручка, она точно покажет, где вы делаете больший нажим в жизни, где то меньше. Есть, когда раньше детей заставляли писать в школе чернильной ручкой, да, что-то знали, да, или нет? Знаете, это больше... Сейчас, кстати, есть тоже такие школы, которые называются вальдорфовские. Да, я вот буквально на прошлой неделе была в командировке в такой школе в Кривом Роге. И там до 5 класса дети пишут сначала мелками и карандашами 3 года, да, вот просто на листе, а потом ручкой именно чернильной. Но здесь идет речь больше про каллиграфию. Каллиграфия – это отдельный большой такой элемент, как направление арт-терапии, я бы сказала. Да? Вы знаете, что японская каллиграфия сейчас очень популярна. Почему? Потому что любая каллиграфия – это собирание в кучу, да, так скажем, нашего психического, психологического состояния, то есть гармонизация. Поэтому даже Леонардо да Винчи, когда находился в сложном душевном состоянии, он обратился именно к каллиграфии, и это ему помогло себя, что называется, знаете, почувствовать таким гармоничным и целостным. Поэтому то, что пишут перьями, там просто больше про развитие моторики, больше про чутье бумаги. Да? Для того, чтобы написать, там нажим надо сделать, там надо наоборот чуть-чуть убрать усилия. Да? Вот это больше про это. Хорошо, а вот почему мы сейчас затронули тему каллиграфии? Вроде учат писать всех одинаково. В школе, да? Да, в школе. Вот мы там эти все закрюченьки, палочки под правильным наклоном. Вот, а потом даже буквально вот сразу почерк получается разный. Хотя он у детей он более-менее похож, да? Там оценки ставят за каллиграфию, а потом начинается вот это вот расхождение. С чем это связано? Вот именно с этого вопроса и началось развитие такой науки, как графология. Да? Если дословно перевести, это наука о письме. С тех самых пор, когда люди начали писать, другие люди стали замечать, что писать учат всех одинаково, но почему-то с течением времени все пишут по-разному. И вот именно с тех пор изучение почерка привело к тому, что мы поняли, что почерк – это не движение руки, как я уже говорила, да, а движение мозга. Соответственно, все мы с вами индивидуальные. Подобного человека вам или подобного человека мне в мире не существует. Поэтому и почерк мой будет абсолютно индивидуальный. Если чисто зрительно он может быть похож на почерк моей мамы, к примеру, да, или на почерк моего папы, то если будет смотреть на него специалист-графолог, он точно вам расскажет, в чем различие между вами. Потому что есть некие вещи, которые мы получаем с генами, да, то есть передаются по наследству, что называется, но точно так же есть достаточно много информации, которая приобретается извне. Поэтому почерки у всех разные, и поэтому сложно подделать почерк. Да. Если нам кажется, сейчас я подделаю это так легко, то эксперт-графолог, да, вам сразу же скажет, что это писал не этот человек, потому что у вас точно будут присутствовать ваши индивидуальные элементы, либо петелечки, либо закорлючечки, либо нажимни там, где нужно. И это все говорит о том, что это очень индивидуально. В процессе развития человека почерк тоже меняется. Если вы возьмете свой почерк, например, в школе, да, потом свой почерк, там, когда родили ребенка, к примеру, да, и вот там сейчас, он будет тоже разный. И это как раз говорит о том, что вы развиваетесь. То есть, что если вы не стоите на месте. Это плохо, да? Если не меняется, это про то, что вот как нас научили писать в школе, вот я с этим и живу. Потому что чем больше человек развивается, тем больше он получает уверенности в себе, степени свободы. А это значит, что я могу даже где-то похулиганить в почерке, да? Ну, похулиганить сейчас в кавычках. В том плане, что я свободный, да? Вот, к примеру, как вы показали мне, да, и как вы пишете, да? Вот вы абсолютно можете себе позволить писать хоть красиво, хоть некрасиво. Это говорит про что? Про вашу самооценку и про степень уверенности. Да? А люди, которые вот следуют вот этой каллиграфии, это про то, что я живу в рамках, которые наложило на меня общество. И шаг влево, шаг вправо я сделать не могу. Поэтому встречаются такие почерки. У меня даже был однажды интересный случай, когда женщина пришла ко мне на диагностику с почерком, дает мне почерк, и я говорю, сколько лет вашему ребенку? Потому что там типично почерк 3 класса. Она говорит, вообще-то это мой почерк. А ей в это время было 45.
То есть, ну, понимаете, да, где-то есть остановка в развитии, и вся жизнь просто идет как роль в каком-то чужом фильме, да. То есть мне нужно делать так, я это делаю. Мне так сказали, так хорошо. Вот и все. Марина, розкажіть ще, як ідея застосовуєте свої знання? Ви сказали, що і в криміналістиці працюєте там, в школі. Що, можливо, якийсь найцікавіший випадок, коли доводилось застосувати те, що ви знаєте і вмієте? Вообще графологія – це така наука, яка може примінятися в різних, практично во всіх сферах житті. В яких сферах в основному працюю я – це индивидуальное консультирование психологическое, да, потому что я психолог, с применением графологической диагностики. Человек ко мне приходит на консультацию, я сразу беру образец его почерка, и, в общем-то, по большому счету, мне становится очень многое понятно. Это сокращает и время, и деньги, да, на то, чтобы быстрее прийти к результату, который желает клиент получить. Это первое. Второе, у меня есть моя школа, которая называется «Первая украинская школа графологии», и я там обучаю специалистов именно диагностики по почерку. Каких специалистов? Тех, которые работают с людьми. К примеру, это педагоги, это медики, это психологи, значит, ну и бывают у нас там иногда юристы и так далее. Да? Это вы в своем житті свои знания, и чи це колись заважало, чи навпаки допомагає вам? Я стараюсь применять все те знания, какие я маю, в своей жизни, знаете, чтобы не было так, что сапожник без сапог. Но, честно скажу, не всегда получается, да, потому что я такой же обычный человек, такая же обычная женщина, да, и муж часто мне тоже напоминает, да, шутя, ты ж психолог, да, я говорю, ну, извини. Так бывает. Но то, что касается почерка, мне это очень помогает, потому что я могу диагностировать свои состояния, как минимум, да, и состояние своего сына, потому что сын у меня тоже участник АТО, и он год находился, скажем так, в достаточно некомфортной ситуации, и мне было очень важно понимать, что я делаю все правильно с точки зрения поддержки, с точки зрения там, помощи в реабилитации и так далее. Но кроме всего прочего, весь этот тяжелый период я анализировала и себя, потому что я видела по почерку те моменты, которые могут плохо закончиться и для меня, для моего здоровья, да, и для моей психики. Вот. Так что этот инструмент мне как раз очень сильно помогал, и я продолжаю это делать до сих пор, да, и себя диагностирую, потому что я же тоже работаю с людьми, у людей разные истории, да, то есть мы можем где-то больше включиться, где-то меньше, а нам всегда нужно соблюдать баланс. Поэтому почерк мне лично помогает в самосохранении, скажем так. Можно задать неожиданный вопрос? Да. Почему у всех врачей одинаковый почерк? Непонятно. Ну, про одинаковый я буду спорить, про непонятный соглашусь. Вот он одинаково непонятный. Ты как бы не повернул эту бумажку, я не понял, что написали. Мне этот вопрос задают всегда. И даже, в принципе, я могу почерк врача любого отличить от всех остальных. Да, я могу сказать, это доктор. Почему? Я вам скажу, вот как я себе это объясняю? Первое. Во-первых, это не очень плохо. Потому что, когда человек пишет не совсем понятно, то он в это время концентрируется на сути, а не на форме. То есть он думает, как вас вылечить, что вам сейчас назначить. А поймете вы это или нет, это уже ваши проблемы. Да? С другой стороны. Это же важно, да, понять. Ну, те, кто надо, те понимают. В аптеке вы рецепт даете, они сразу знают, о чем речь. Они просто на одних вот этих вот курсах. Да, но здесь речь в том, что доктор – это человек, который работает тоже с людьми. И он очень сильно устает от людей. Поэтому со временем практики медицинской, докторской, у него пропадает желание быть понятым. Поэтому он начинает писать непонятно. То есть он устал вам объяснять, почему вдруг у вас проблемы с желчным пузырем. Да? Ну да, вы уже 350-й у кого-то такие, да, же это проблемы. Да, это надо просто целую лекцию самое, вам, да, прочитать. А мы же, как каждый пациент, приходим и хотим внимания, да, хотим объяснения. Поэтому иногда это компенсируется в почерке. Он вынужден вам это рассказывать, а почерк у него такой, чтобы вы ничего не поняли. Да? То есть я устал. Тобто вони спеціально це роблять? Нет, они не специально, это, естественно, бессознательные реакции. Но я говорю всегда другое. Если вы приходите, и доктор пишет прям таким каллиграфичным почерком, стоит вот тут я, да, бы задумалась. Чи лікар, а стоит ли ему доверять? Да. Марина, нам потрібна консультація.
Безкоштовно. Ну давайте, для вас всегда. Дивіться, це, значить, наша знімальна група, ось дві людини, бачите, так, розділені по почерку, ну, намагалися там по півстріночки написати. Поки ви проаналізуєте, ми з Арсенієм теж напишемо щось. Тут, окрім просто характеристики, ну, цих людей, як ви бачите, хотілося б ще, щоб ви звернули увагу, наприклад, на якісь окремі літери, там, ну, R, там багато хто пише по-різному. Можливо, хтось із глядачів так само впізнає себе і подумає: "Ой, в мене ж R така сама, я така сама прекрасна". Хорошо. Так, ну, я, в принципі... Якщо можна розвернути, показати всім, так? Нехай подивляться, так? Що ти, ми як. Угу. Так. Значит, смотрите, дело в том, что, конечно, очень сложно людям, которые не занимаются графологией, да, объяснить там, вот эта буква означает это. Но это будет непрофессионально как минимум, потому что мы должны человека в комплексе, да, диагностировать в комплексе. Но все равно есть какие-то моменты, о которых можно сказать. К примеру, вот у нас писал человек с левым наклоном. Да? Я так понимаю, что это человек левша. Это первый текст, вы характеризуете. Да. Ага. Вот. Что касается левого наклона, в принципе, то эти люди всегда имеют такие бунтарские нотки, революционные. Они готовы идти против, да, против течения. При этом, ну, они уже есть... идут, у них левая рука, да, получается. Да, так. При этом они всегда выдают какие-то нетрадиционные такие решения. В данном случае конкретно этот человек, что я хотела бы отметить, в большинстве своем он является человеком системного мышления. Что это значит? Это значит, ему необходимо перед тем, как начать что-то делать, получить информацию от начала до конца, да? Мы идем из точки А в точку Б, сколько дней мы туда идем, с кем мы туда идем, зачем мы туда идем и как мы оттуда вернемся. Да? Перед тем, как что-то делать, ему нужна полная информация. Если он ее не получает, он начинает тормозить. Да? И второй момент, который хотела бы именно про него сказать. Кстати, да, про работу. Ему работа должна обязательно нравиться. То есть удовольствие — это первично, все остальное — это вторично. В отношениях с другой половиной это человек тоже нежный, любвеобильный. Правда, иногда может обижаться и обвинять другого человека. Вот здесь надо поработать и подумать. И еще один момент, который я бы сказала, это то, что у этого человека есть некие установки и правила, по которым он живет. Это то, что нам передается, так сказать, из семьи. Да? Вот как-то там передали ему эти правила, и вот он с ними живет. Но зачастую они ему просто мешают, поэтому от них надо избавиться. Так, наступний текст. Так, это про первого человека. А наступный текст, здесь как раз человек не такой организованный, это человек больше свободный, которому вообще, в принципе, комфортнее было бы работать самому так, как он хочет. Да? Для таких людей работа в строго очерченных рамках немножко проблематична. И он постоянно будет всю свою жизнь стараться как-то вот разорвать эти оковы. Этот человек как раз стремится к карьерному росту, стремится к туда, знаете, как бы вверх, да, вот продвинуться. Для него это очень важно. При этом здесь есть достаточно большая доля самолюбия. Вот таких людей надо хвалить. Для них это всегда очень приятно, и тогда они становятся более продуктивными. Но здесь есть вопросы по поводу отношений в быту, да, вот в бытовой коммуникации. Есть какой-то, ну, скажем так, мягко, дискомфорт, и этот человек не очень представляет свое будущее. Как он будет, и с кем он будет, и где он будет жить. Вот. Этот человек достаточно сильный, внутренний стержень прямо у него такой, металлический, но он склонен к импульсивным действиям. Это надо учитывать, и просто так его нельзя злить, потому что можно хорошенько получить. Хотя он, конечно, старается себя сдерживать. Так, чудово. Як для безкоштовної консультації, я не знаю, що ви робите на платний. Ну, ми готові з Арсенієм, правда? Да. А ще, до речі, чи можна визначити чоловічий чи жіночий це почерк? Вообще такого понятия женский и мужской почерк, ну, как бы с одной стороны оно есть, с другой стороны его нет. Почему? Потому что каждый человек, вы знаете, состоит из инь и янь. Да? У нас у всех есть и мужская, и женская энергия. И у каждого из нас преобладание либо мужской, либо женской. Это не зависит от пола. Да? Поэтому по почерку скорее
можно сказать, какая энергия преобладает. Да, например, такая воинственная женщина или очень мягкий, хозяйственный, добрый мужчина. И это совершенно не значит, что этот мужчина там не может зарабатывать деньги и так далее. Просто у него вот такой психотип его, да, более мягкий. Поэтому я бы здесь скорее говорила о преобладании энергии. Но по большому счету, конечно, ну плюс-минус мы понимаем, это женщина или мужчина. Да? Но бывают случаи разные. Кстати говоря. Да, и вы об этом говорите, так, да, детский почерк. Нам просто потребно с Арсением перетасовать, чтобы не знала, что все. Так а как вы будете знать, так, о ком я буду говорить? Мы сейчас догадаемся, да? Да, я думаю, вы по выражению лица. Я вам сразу могу сказать, лица. Вот это Арсения, это вы. Тусуйте, хоть не тусуйте. Так, давайте начнем с Арсения. Давайте, да. Я готов. Да, значит, я хочу сказать, что вы как раз вот добрый. Вот вы тот человек, который, знаете, как добрый воин. Вот. Потому что у вас бойцовский потенциал достаточно сильный. Вы сам по себе сильный, вы умеете драться и бороться за свою цель. Да, она у вас точно есть. Но делаете это вам мягко и по-доброму. Иногда вы очень переживаете, иногда вы внутри прям вот такие эмоциональные состояния испытываете. Ну вот, вот так. Что касается ваших деловых качеств, вы очень хорошо умеете работать, потому что вы, ну не обижайтесь, я скажу это слово, да, вы карьерист, но в хорошем понимании этого слова. Да, вы стремитесь вверх. И люди, которые как раз хотят построить карьеру, они очень четко понимают, что для того, чтобы продвигаться вверх, надо работать. Да? Поэтому вы умеете работать. При этом вы достаточно много времени уделяете своей внешности, себе. Вам не безразлично, как вы выглядите. Работа такая, да? Нет, это не зависит от работы. Я бы сказала наоборот, работа это как следствие ваших этих качеств. Да? Поэтому вы всегда будете чем-то выделяться. У вас всегда будут какие-то элементы, аксессуары, которые обязательно вас будут выделять из толпы. В данном случае микрофон. Да. Там мы просто с него позанимали, он пришел в брошках. Да. И еще сделаю вам один такой приятный комплимент. Вы человек интеллектуально развитый. То есть вы с высокой степенью глубинного интеллекта. Да? Это очень важно. Иногда хорошо это или плохо, непонятно. Да? Это очень хорошо, потому что я как раз под термином глубинный интеллект имею в виду не просто набор знаний. Набор знаний это IQ. А мы сейчас говорим об интеллекте, куда входят и социальный интеллект, и эмоциональный интеллект, и физический интеллект, да, отношение к своему телу. У вас все это есть в комплексе, а это значит, что вы можете сами делать какие-то выводы, делать какие-то заключения, делать какие-то открытия, иметь на все свою точку зрения. Вот в этом заключается как раз интеллектуальное развитие. Ну и в заключение, это то, что вы человек больше интровертивного склада характера. Что это значит? Это значит, что вам для наполнения энергией всегда необходимо одиночество. Вы очень общительный, вы можете хорошо общаться, говорить и так далее, но отдыхаете по-настоящему вы только в одиночестве. Это надо знать, это просто ваш такой конек, да, вот надо позволять себе это делать, иначе вы не сможете восстанавливаться. Ну и следующий момент, люди, которые находятся с вами они рядом, должны они понимать, должны да. уважать ваше пространство, потому что такие люди, как вы, они очень требуют уважения персональных границ, и вот их переступать точно это нельзя. Это вот с этим с обручем, да, эксперимент? Да, это именно про это. Ну и давайте далее. Ну теперь про Алену. Алена у нас легкая, быстрая, да, то есть по жизни вы идете легко, да, вот летите. Точно так же вы и пишете. Это очень хорошо, потому что у вас нет каких-то лишних утяжелителей, да, вы можете смотреть на вещи просто, потому что действительно в мире много вещей, которые очень простые, и не нужно их усложнять. Вы достаточно жесткий и целевой лидер. Вот вы можете быть лидером, вы можете одинаково хорошо работать как в команде, так и стать лидером. Но для вас очень важно достижение цели. На сегодняшний момент пока вам чуть-чуть не хватает напора для того, чтобы вы прям жестко шли к своей цели. Да? Вы немножко отвлекаетесь на «я девочка», да? А на самом деле у вас очень серьезный потенциал, поэтому у вас точно все получится. Есть еще один момент. Это то, что вы стараетесь сейчас в себе вырабатывать адаптивность. Вы приспосабливаетесь ко всем условиям, которые вам предлагает
жизнь. Но это и хорошо, и плохо, потому что адаптивность — это всегда хорошо, да, но с другой стороны, чтобы эта адаптивность не свела вас с вашего пути истинного, потому что на самом деле вы жестяк. Да, вы ну, в хорошем понимании этого слова, вы должны идти к своей цели и не сходить со своего пути. Иногда у вас есть неверие в то, что вы говорите, разочарования какие-то, да, такие перепады настроения. Ну, для девочек это нормально. Но, да, но что касается работы, то вы как раз тоже человек системного мышления. Вам нужно понимать процесс в целом, это очень важно. И вы как раз больше тактик, чем стратег. То есть строить стратегии на какие-то там далекие годы — это не про вас, а вот все, что касается оперативных действий, вы очень хорошо в этом ориентируетесь. Ну и про отношения сказать? Да. И вот что касается отношений, то вам как раз надо научиться больше отстаивать свои границы в отношениях и не растворяться в партнере. Потому что когда в вашей речи появляется фраза «мы сходили», «мы купили», «мы родили», да, и так далее, это немножко про симбиотические связи. Да? А нужно идеальные отношения — это когда я плюс ты. Да? Поэтому вот вам как раз надо сохранять свое персональное «я». Ух, Марина, дякуємо вам, це просто неймовірно. Ми наче на консультації у вас побували, насправді. Я, для мене це просто якесь диво і чудо. І... Знаєш, забув спросити ще один вот такой важный, наверное, вопрос о почерке. То есть часто люди, когда пишут на вот этом листе, да, без линий, почерк уходит либо вверх, да, либо диво, вниз, да, либо вообще вот так вот скачет все. Вот это о чем-то говорит? Да, поэтому я и сказала, что текст желательно писать на листке без линеечек. Это всегда о чем-то говорит, и все, что написано, нам о чем-то говорит. Ну, это, да? Мы это уже поняли. Если почерк уходит вверх, то это про то, что такие люди стремятся в будущее, бегут впереди паровоза. Угу. И часто в речи таких людей такие фразы проскакивают. Ну вот, когда я выйду замуж, я начну жить счастливо. Вот когда мы достроим дом, мы наконец-то заживем. Вот когда я перееду жить в другую страну, то есть они живут ожиданиями, да? То есть это все про то, что самое хорошее у меня впереди, да? А вот как раз у них есть вопрос тем, что а сегодня что вы делаете? Вы что, сегодня не живете? Да? Поэтому таких людей всегда нужно возвращать сегодня и сейчас. Это основная рекомендация. Если, к примеру, человек пишет вниз, да, вот строчечки уходят, это про то, что у него не хватает энергии для завершения процессов каких-то начатых. Это может быть по разным причинам. Во-первых, первое, это может быть просто заниженная самооценка, там, неуверенность в себе. А второе, это может быть плохое физическое самочувствие, да, потому что когда человек болен, у нас просто не хватает энергии встать и сделать уборку, да, когда ты с температурой лежишь. Но такие люди, они обычно склонны сдуваться, да, что называется, под конец процесса. А вот если как раз человек пишет совершенно ровно, знаете, вот как пропечатывает, да, на листе без клеточек и без линеечек, это говорит про то, что он находится в сильном, жестком самоконтроле. То есть представьте, надо взять себя в руки, да, и писать. И вот как раз это не очень хорошо, потому что риск развития инфаркта у таких людей с возрастом очень возрастает. Ну да, постоянно это напряжение. Это про то, что я постоянно в напряжении, да, и внутренне, и физически ты в напряжении, все органы сжаты, да, сердцу сложно так работать. Ви просто неймовірно. Да. Дякуємо, що знайшли час завітати. Я думаю, що ваш час розписаний по секундах і хвилинах. Чомусь мені так здається. Дякуємо, що знайшли його вільний і зайшли до нас. Обов'язково чекаємо вас. Чи зараз всі наші, значить, члени знімальної команди захочуть теж проголосувати, але зрозуміло, що сьогодні вже все. Все, да, лавочка закрилась. Закінчилась. Величезно дякую вам, що зайшли до нас. Вам спасибо за приглашення і до нових зустріч. Дякуємо всім, хто дивився зараз неймовірне, я не знаю, неймовірну виставу, напевно, так, да, від Маріни Фоменко. І дізналися все про нас тепер. Да. Ну, а ранок на восьмому продовжується, дивіться нас далі.